Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала единоличным лидером Гран-при Индии. Во второй партии ей удалось сломить сопротивление грузинской шахматистки Нино Батиашвили и завоевать еще один балл. Вслед за ней с багажом в 1,5 очка разместились сразу 5 шахматисток. Напомню, всего в турнире принимает участие 10 спортсменов. Чувствую себя хорошо. Сегодня мне повезло, потому что она играла ладьей вчетвером. Соперница допустила ошибку. Это позволило мне выйти вперед. Все могло завершиться ничьей, но, к счастью, мне удалось вырвать победу. Я могу быть довольной своим выступлением на этом турнире. В третьем туре Асаубаевой будет противостоять титулованная россиянка Александра Горячкина, которая, как и ее оппонентка, идет без поражений. Россиянка имеет самый высокий рейтинговый коэффициент на данных состязаниях и занимает 3-е место в мировом рейтинге. Асаубаева находится на 29-й позиции.